Частная практика его была ничтожна. Рублей на 500 в год. Вот и все. Что еще можно о нем сказать? А между тем, Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен. Имел уже имя и считался знаменитостью. Или же, если и не был еще знаменит, зато подавал к этому большие надежды. Артист из драматического театра. Большой и давно признанный талант. Изящный, умный и скромный человек. Отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать. Певец из оперы. Добродушный толстяк, который откровенно сознавался, что если Ольга Ивановна возьмет себя в руки и не будет лениться, то из нее выйдет замечательная певица. Потом несколько художников. И во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский. Очень красивый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках. Он поправлял Ольге Ивановне и ее этюды. И говорил, что из нее, быть может, выйдет толк. Затем виолончелист, у которого инструмент плакал, и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна лишь только Ольга Ивановна. Затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильевич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор, остро чувствовавший старый русский стиль, былины и эпос. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, вспоминавшей о существовании каких-то докторов, только во время болезни, среди этой компании Дымов казался чужим,
лишним и маленьким. Хотя был высок ростом и широк в плечах. Красивую тесноту из китайских зонтов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий. В столовой она оклеила все стены лубочными картинами. Повесила лапти и серпы, а в углу поставила косу и грабли. И получилась столовая в русском стиле. В спальне она, чтобы было похоже на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном. Над кроватями повесила венецианский фонарь. А у дверей поставила фигуру. С алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок. Ежедневно, вставшись с постели часов в 11, Ольга Ивановна играла на рояле. Или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и дымов, денег было немного, в обрез. Да чтобы появляться в новых платьях и поражать своими нарядами. И ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого, перекрашенного платья и ничего не стоящих кусочков тюля, плюша, кружев и шелка выходили нечто чудеса, просто обворожительное. Не платье, а мечта. Чтобы узнать театральные новости. Или похлопотать о билете, кстати, на первое представление по новой пьесе или к бенефису. Затем нужно было ехать в мастерскую художника. Или на картинную выставку. Затем кому-нибудь из знаменитостей приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И все ее встречали дружелюбно и весело. Говорили ей, что она хорошая, милая, редкая. Те! Которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояле, писала масляными красками. Лепила, участвовала в любительских спектаклях. Но все это не как-нибудь, а с талантом. Все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Каждый день.
По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не развлекались, а занимались разными художествами. Артист из драматического театра читал, певец пел, художники... Рисовали в альбомах, которых у Ольги Ивановны было множество. Виолончелист играл. И сама хозяйка рисовала, лепила. Пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, пением и музыкой говорили и спорили о литературе. Театре, живописи. Дам не было. Дам не было. Потому что Ольга Ивановна всех дам считала скучными и пошлыми. Но ни в чем. Ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее умении быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немного и заставить о себе говорить, как она уже знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими. И каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались. Приходили на смену им новые. Но и к ним она привыкала или разочаровывалась в них. И продолжала жадно искать все новых и новых великих людей. Находила и опять искала. Для чего? Для чего? Дымова! Дымова в гостиной не было. И никто не вспоминал о его существовании. Но ровно в половине 12-го отворилась дверь, ведущая столовой. Показывался Дымов. Со своей кроткой, добродушной улыбкой и говорил, потирая руки. Пожалуйте, господа, закусите. И все шли в столовую, и всякий раз видели одно и то же. Блюдо с устрицами, кусок телятины или ветчины, сыр, сардину, икру, две бутылки вина и два графина с вином. Ты, Дымов, умный, благородный человек. Но ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись, и литературу, и театр, и... Я не понимаю. Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусством. Но ты, это ведь ужасно. Ну почему же? Твои знакомые тоже ничего не понимают в науке и медицине. Однако же ты не ставишь им это в упрек. Каждому свое. Я ничего не понимаю в этюдах, в операх, но считаю так. Если одни умные люди посвящают этому всю свою жизнь, а другие умные люди платят за это громадные деньги, значит, это нужно. Я не понимаю, но не понимаю. Это не значит отрицать. Да, я прошу твою честную руку. Не правда ли... Не правда ли... У него в лице что-то сильное, могучее, медвежье. Сейчас его лицо обращено к нам в 3/4. Плохо. Плохо освещено. Да, плохо освещено. Но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим. Ну иди сюда, подай свою честную руку Рябовскому. Вот так. Вот так, будьте друзьями. Я окончил курсы с некто Рябовским. Простите, это не ваш родственник? Милый мой Митродотель, ты просто очарователь. Господа, посмотрите на этот лоб. Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите, лицо бенгальского тигра. Ображение доброе, милое, как у оленей. Гости слушали и в самом деле думали, неплохой малый.
Вскоре забывали о нем. Мы говорили о литературе, музыке, живописи. Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла, как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Я в больнице заразился рожей и пролежал в постели 6 дней. Ему пришлось остричь догола свои красивые темные волосы. Ольга Ивановна сидела рядом и горько плакала. Но когда ему полегчало, она надела на его стриженную голову беленький платочек и стала писать. С него бедуина. И обоим было весело. Но дня через 3, после того, как он выздоровевши снова стал ходить по больницам, с ним произошло новое недоразумение. Мне не везет, мама. Сегодня я сделал 4 вскрытия и сразу порезал себе 2 пальца. И только дома я заметил это. Ольга Ивановна испугалась. Дымов улыбнулся и сказал: пустяки. Во время вскрытия мне часто приходится делать порезы в руках. Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным. Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась Богу. Но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная, счастливая жизнь, без печалей и тревог. Без печалей и тревог. Ночь светла над рекой, тихо светит луна, и блестит серебро голубая волна. Второй день Троицы, после обеда, Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не видел ее 2 недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне поезда и потом, ища в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе отужинает вместе с женой, а потом завалится спать. Ему было приятно смотреть на Свёта, в котором были завернуты икра, сыр, белорыбица. Когда он нашел свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Горничная старушка сказала, что парни не дома, но скоро они придут. Дымов сел и стал дожидаться. Дымову хотелось и есть, и пить, но чтобы не портить себе аппетит, он отказался от чая. Вскоре послышались шаги. Знакомый свет, дверь хлопнула и... И в комнату бежала Ольга Ивановна. Широкополой шляпой с ящиком в руке. А вслед за ней бежал со славным стулом, зонтом, веселый краснощекий. Рыбовский. Дым? А? Вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. Дым! Повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. Это ты! А отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Мама, ну ты же знаешь, я работаю, мне некогда. А когда бываю свободен, то всегда так получается, что расписание поездов не подходит. Ну как я рада тебя видеть! Ты мне всю ночь снился! Ну? И я все боялась, как бы ты не заболел. Ах, если бы ты знал, как ты мил! Как ты кстати приехал? Ты будешь моим спасителем. Только ты один можешь спасти меня. Завтра будет преоригинальная свадьба.
Женится молодой телеграфист на станции. Некто Чикердеев. Ну, красивый молодой человек, не глупый. И есть в лице у него что-то сильное, медвежье. Можно с него молодого варя писать. Мы все дачники. Дали ему честное слово быть у него на свадьбе. Ну, человек скромный, небогатый. И было бы грешно отказать ему в участии. Понимаешь, после обеда венчание. Потом мы все из церкви пешком до самой квартиры невесты. Понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне. В стиле французских экспрессионистов. Ну, Дима, в чем я пойду в церковь? У меня здесь ничего нет. Ни платья, ни цветов, ни перчаток. Но если ты приехал, значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми мой дорогой ключи, поезжай домой, возьми там розовое платье. Потом... Да ты помнишь его, оно первое висит. Потом в кладовой на правой стороне, на полу, две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль-тюль-тюль и разные лоскутки. А под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, Дуся, не помять. Я потом выберу и перчатки купи. Хорошо. Завтра поеду и все пришлю. Когда же завтра? Сказала Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. Когда же ты успеешь завтра? Завтра приходит первый поезд в 9 часов, а венчание в 11. Нет, голубчик, надо сегодня. Непременно сегодня. А если тебе завтра нельзя будет приехать, так ты с рассыльным пришли. Ну, иди же. Сейчас отходит пассажирский поезд. Не опоздай, Дуся. Хорошо. Ах, как мне жаль тебя отпускать. Сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глаза. И зачем я тут дала слово телеграфисту? Дима! Быстро выпил стакан чая, взял баранку, кротко улыбнулся. И пошел на станцию. Ночь светла над рекой, тихо светит луна и блестит серебром голубая волна. Настоящее было прекрасно. Вслед за ним приближалась весна. Уже улыбавшиеся изды и обещавшие 1000 радостей. Счастью не будет конца. Ночь светла над рекой. В апреле, в мае. В июне. Дача далеко за городом? Рыбные ловли, этюды, соловьи, прогулки. А с июля до самой осени поездка художника? На Волгу. И в этой поездке будет принимать участие Ольга Ивановна? Она уже шила себе 2 дорожных костюма из картинки. Купила новых кистей, краски и новую палитру. Почти каждый день им приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она делает успехи. А живопись... И когда она показывала ему свою живопись... Рябовский засовывал руки в карманы, хмурился и сопел, и говорил: «Так-с, этот угол у вас освещен, но не по-вечернему. И передний план как-то сжеван. Надо бы этот угол потемнее взять, а избушка у вас завалилась и жалобно пищит. А, впрочем, не грустно, хвалю». Очень рад. И чем непонятнее он говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала. Хвалю. Хвалю. Милый друг, нежный друг, я прежде любя в эту ночь.
стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на небо, то на красивые берега. Рядом с ней стоял Рябовский и говорил, что черный день на воде, а сон, что ввиду этой колдовской воды с чудным светом, ввиду этого бездонного неба и сонных задумчивых берегов, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошлое скучно и неинтересно, будущее ничтожно, а это чудное, единственное в жизни, ночь скоро кончится. Зачем же жить? А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видела. Черные тени, небо, берега и незачетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница. Когда она долго, не мигая, смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, сама она в белом платье и цветы, цветы, сыпавшиеся на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с ней стоит... Великий, необыкновенный гений, Божий избранник. Все, что он создал до сих пор... Прекрасно. Величаво. И необыкновенно. А то, что он создаст со временем? Когда с возмужалостью. Окрепнет его талант. Будет поразительно. Неизмеримо высоко. И это видно по его лицу. По манере выражаться. По его отношению к природе. О тенях. В вечерних тонах. О лунном блеске. Он говорит как-то... Особенно. Своим языком. Так что невольно чувствуется. Обаяние его власти над природой. Сам он очень красив. Оригинален. И жизнь его свободная. Независимая. Похожа на жизнь птицы. Становится свежо. Сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. Рябовский накинул ее на нее свой плащ и сказал печально: «Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы так сегодня обворожительный?» Он все время смотрел на нее, не отрываясь. И глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него. «Скажите мне только одно слово. Только одно слово!» Шептал он ей, дыша на щеку. «Я не буду жить. Брошу искусство!» Бормотал он с сильным волнением. «Любите! Любите меня!» «Не говорите так!» Сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. «Это страшно! А Дымов?» «Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, любовь, восторг, лунный блеск, и никакого нет Дымова. Не нужно мне прошлого. Дайте мне настоящее, один миг, одно мгновение». У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое, связанное с дымом, с вечеринками, со свадьбой, теперь оказались таким мелким, тусклым, ненужным и далеким-далеким. И в самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Да существует ли он в природе? И не сон ли он только? А для него, простого, обычного человека, достаточно было этого счастья, которое он уже получил. Пусть осуждают, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в этой жизни. Надо испытать все в этой жизни. Боже, как жутко и как хорошо. Ну что? Что? Ты меня любишь, да? Да? О, какая ночь! Какая чудная ночь! Да, да, какая ночь! Сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. Потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.
слышались чьи-то шаги. Это был человек из буфета. Послушайте, сказала Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья. Принесите нам вина. Художник посмотрел на нее влажными, благодарными глазами, опустился на скамью и сказал, томно улыбаясь, я устал. И прислонился головой к борту. Под луной росли голубые цветы. Это цвет голубой, это сердце мечты. 2 сентября день был теплый, тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись – самое скучное и бездарное занятие. Что он не художник, и что только дураки думают, что у него есть талант. И вдруг ни с того ни с сего взял нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он мрачный сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все напоминало о приближении холодной, хмурой осени. И казалось, что зеленые роскошные ковры на берегах, алмазное отражение лучей, синяя светлая даль и все щегольское и парадное. Природа теперь сняла с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали над Волгой и дразнили ее, голая. Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он выдохся и утратил талант. И что все на этом свете глупо, бездарно и относительно. И что не следовало связывать себя с этой женщиной. Одним словом, он был не в настроении. А Ольга Ивановна сидела за перегородкой и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в столовой, то в кабинете у мужа. Воображение уносило ее в театр, к портнихе и к своим знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь, вспоминают ли о ней? Сезон уже начался. Пора бы подумать о вечеринках. А ты, милый ты, как кротко и по-детски жалобно просил он ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей. А когда она однажды написала, что задолжал художникам 100 рублей, то он прислал ей и эти 100. Какой добрый, великодушный человек. Путешествие утомило Ольгу Ивановну. Она скучала. Ей хотелось уйти от этих мужиков и от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое ты испытываешь все время, живя в крестьянских избах и качу из села в село. Вот если бы Рябовский не дал честного слова художникам прожить с ними до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же, и как бы это было хорошо. Боже мой, простонал Рябовский, когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж писать без солнца. А у тебя есть этюд и при облачном небе. Помнишь, на правом плане лес, а на левом стадо коров и гусь.
Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, что не знаю, что мне нужно делать? Ах, как ты ко мне переменился! Ну и прекрасно. У Ольги Ивановны задрожало лицо. Она отошла к печке и заплакала. Не доставало только этого. Перестаньте. У меня тысячи причин, чтобы плакать. Однако же я не плачу. Тысячи причин? Всхлипнула Ольга Ивановна. Если говорить правду, то вы тяготитесь мной. Да, сказала она и зарыдала. Постарайтесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрывать нельзя, и все давно уже известно. Ольга! Прошу вас об одном. Не мучьте меня. Больше мне от вас ничего не нужно. Но поглядитесь, что вы меня все еще любите. Ой, это кончится с тем, что я брошусь в Волгу или повешусь. Оставьте меня! Ну убейте! Убейте меня! Крикнула Ольга Ивановна. Убейте! Лебовский! Потом с таким выражением лица, как будто ему нужно что-то было сделать, надел картуз, перекинул ружье через плечо и вышел из избы. Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Ольга Ивановна долго лежала на кровати и горько плакала. Сначала она думала, что хорошо бы отравиться, чтобы, вернувшись Рябовский, застала ее мертвую. Но потом же она унеслась мыслями к портнихе, в театр и в гостиную к мужу и представила, как она сидит рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой, и как вечером сидит в театре и слушает Мазини, и тоска по цивилизации, по известным людям, защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы приготовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами. Рассматривали этюды. Говорили, что Волга и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке тик-тик-тик. Озябшие мухи столпились в передней около образов и жужжат. И слышно, как под лавкой в толстых папках возятся прусаки. Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. В грязных сапогах он сел на скамью, закрыл глаза и сказал: я устал. Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему и нежно поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. И захотелось причесать его. Оставьте меня! Сказал Рябовский, отошел от нее. И ей показалось, что лицо его выражает отвращение и досаду. А в это время баба осторожно двумя руками несла ему тарелку со щами. И Ольга Ивановна видела, как эта баба обмочила в щах свои большие пальцы. И эта грязная баба с перетянутым животом, и щи, которая стала жадной из Рябовски, и изба, и вся эта жизнь, которую она вначале так любила за ее художественный беспорядок, теперь казались ей ужасными. Она почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно: нам нужно расстаться. На некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня вечером я уеду.
На чем? На палочке вверху? Сегодня четверг, а значит в половине десятого придет пароход. А, да-да-да. Что ж, езжай. Тебе здесь скучно и делать нечего, и нужно быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Езжай. А после 20-го увидимся. Ольга Ивановна укладывалась. Весело. Даже щеки у нее порозовели от удовольствия. Неужели думала она, что скоро она будет писать в гостиной и обедать со скатертью, и спать в спальне? У нее отлегло от сердца. И она уже больше не злилась на Рябовского. Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша. Что останется, привезешь. Смотри тут без меня, не хандри, не ленись. У меня молодчина, Рябуша. В 9 часов. Рябовский, на прощание. Поцеловал ее. До того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художнике. И проводил. На пристань. Пришел пароход и увез ее. И увез. Она домой. Через 2,5 суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, она прошла в гостиную. А оттуда в столовую. Дымов без сюртука в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку. Напротив, на тарелке, лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в гостиную, то она была уверена, необходимо скрыть все от мужа. И что на это хватит у нее умения и сил. Но теперь же, когда она увидела его широкую, блестящую улыбку и радостные, счастливые глаза, она вдруг поняла, что скрывать от этого человека так же подло и отвратительно, и неуместно, и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить. Она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было, давши обнять себя и поцеловать. Она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо. Что? Что, мама? Соскучилась? Она подняла лицо, красное от стыда, и посмотрела на него, виновата и умоляюще. Но страх и стыд помешали ей говорить правду. Ничего, сказала она. Это я так. Сядем. Садись. Вот так. Кушай, рябчика. Ты проголодалась. Бедняжка! Она жадно вдыхала родной воздух и ела рябчика. А он с умилением смотрел на нее и радостно смеялся. Но светла над рекой, ярко свет. По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него совесть была нечиста. Он уже не мог смотреть жене прямо в глаза. Он не улыбался радостно при встрече с ней. И чтобы меньше быть с ней наедине, он приглашал себе обедать. Своего товарища, Коростылева, маленького стриженного человечка с помятым лицом.
лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то он от смущения застегивал все пуговицы своего пиджака и опять их расстегивал и начинал левую рукою крутить свой правый ус. За обедом. Оба доктора. Говорили это он. Что при высоком. Стоянии диафрагмы. Иногда бывают. Перебой сердца. Или что множественные. Не вредит. Последнее время. Наблюдается. Очень часто. Или что в дымах, скрывший труп. С диагностикой злокачественная анемия. Нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба или медицинские разговоры только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростылев садился за рояль. Дымов тяжело вздыхал и говорил: ну что, брат, сыграй кто-нибудь печальное. И широко расставив пальцы, Коростылев брал несколько аккордов и начинал петь тенором. Ой, ты степь широкая, степь раздольная. Дымов опять тяжело вздыхал, подпирал голову кулаком и задумался. Последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении. И с мыслью о том, что она Яковского уже не любит. И что, слава богу, все уже кончено. Но напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа. И что теперь она осталась и без мужа, и без Рябовского. Но потом же она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное. Смесь пейзажа с жанром во вкусе Поленова. Отчего все, кто бывает в его мастерской, приходит в восторг. Но ведь это, думала она, он создан под ее влиянием. И вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние ее настолько благотворно и существенно, что если она оставит его, то он может и погибнуть. Но потом же она вспоминала, как в последний раз он приходил к ней в каком-то сереньком сюртучке с искрами. И в новом галстуке, и говорил, томно улыбаясь: я красив. И в самом деле, он изящный, со своими длинными кудрями и голубыми глазами, был очень красив. Или, быть может, так казалось? И был ласков с ней. Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую. Она заставала его восхищенным своею... В самом деле великолепную картину. Он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского в картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной. Молча и вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо: да, ты никогда не писал ничего подобного. Знаешь, даже страшно. Потом она начинала умолять, чтобы он любил, не бросал, пожалел ее бедную. Доказывал ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И испортив ему хорошее настроение духа. И чувствуя себя униженной, она уезжала куда-нибудь. К портнихе или знакомой актрисе похлопотать о билете. Если же она не заставала его дома, то оставляла ему письмо, в котором пила, что если он сегодня не приедет обедать, то она непременно отравится. Рябовский трусил и приезжал. Обедать! Не стесняясь присутствия мужа. От твоей дерзости
Она отвечала ему тем же. Побочувствовали, что они связывают друг друга. Что они деспоты и враги, и злились. И от злости даже не замечали, что оба они неприличны. И что даже стриженный Коростылев понимает все. А Победов на Рябовский торопился уйти. Куда вы идете? Спрашивает Ольга Ивановна. Грязь на него с ненавистью. Он называл какое-то имя, их общую знакомую. И было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. А нет, она зарыдала и пошла себе в спальню и легла в постель. От ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Корзелев в гостиной. Шел в спальню. Сконфуженный, подавленный. Говорил тихо. Не плачь громко, мама. Зачем? Надо терпеть. Надо не подавать вида. Знаешь, то, что произошло, того уже не поправишь. Не знаю. Не знаю, как усмирить тяжелую ревность. Она думает, что еще можно поправить дело. Она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела в знакомой даме. Не найдя у нее Рябовского, она ехала к другой, а потом к третьей. Сначала ей было стыдно так ездить. Но потом она привыкла. И случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского. Однажды она сказала Рябовскому про мужа. Этот человек гнетет меня своим великодушием. Эта фраза ей так понравилась, что всякий раз, встречаясь с художниками, которые знали о ее романе с Рябовским, она говорила, делая энергический жест рукой. Этот человек гнетет меня своим великодушием. Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам устраивал вечеринки. Певец пел, артист читал, танцевист играл. Художники рисовали. А половине 12-го непременно открывалась дверь, ведущая в столовую. Ходил Дымов и, кротко улыбаясь, говорил: «Пожалуйте, господа, закуси». Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась, и опять искала. По-прежнему Ольга Ивановна возвращалась домой поздно ночью. Но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в 3, а вставал в 8. Однажды вечером, когда она, стоя перед Римом, собиралась в театр, в спальню пошел Дымов. Он был во фраке и в белом галстуке. И кротко улыбался, и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло. Знаешь, я сегодня диссертацию защищал. Защитил? Угу, угу. Возможно, мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет. Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее, и будущее, и все бы забыл. Но она не знала, что значит приват. Доцентура. И общая патология. И к тому же боялась опоздать в театр. И ничего ему не сказала. Он подождал 2 минуты. Виновато улыбнулся и вышел.
Это был беспокойнейший день. У Дымова. С утра сильно болела голова. Утром он не пил чая, не пошел в больницу на работу, а весь день лежал у себя в кабинете на турецком диване. Значит, она ушла. И хотелось громко крикнуть, ударить художника чем-нибудь тяжелым по голове. Но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой. Однако, знаете, как я устал. Это мило, конечно, но и в прошлом году этюд, и месяц назад этюд, и сейчас этюд, и через месяц будет этюд. Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся чем-нибудь другим. Ведь не художник, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал. Я прикажу, чтобы принесли чаю, а? Он вышел из комнаты. Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтобы не прощаться, не объясняться, а главным образом не зарыдать, она побежала скорее в прихожую, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной. И от художника, и от живописи, и от чувства стыда, который так давил ее в мастерскую. Слава Богу, все кончено. Она пошла к портнихе, а потом в нотный магазин. И все время думала о том, как она напишет Лиговскому холодное, полное собственного достоинства письмо. И как весной или летом поедет с Дымовым в Крым и освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.
каждый день говорит одно и то же. И каждый год пишет одно и то же, что он застыл, и что из него уже больше ничего не выйдет, кроме того, что уже вышло. И хотелось написать ему так же, что он многим обязан ее хорошим влиянием. Если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сидит прятанной за картиной. Мама! Что мама? Тебе? Ты не входи ко мне в комнату, а только подойди к двери. Вот что. 3-го дня в больнице я заразился дифтеритом. И теперь мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростылёвым. Ольга Ивановна называла мужа, как и всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии. Его имя Осип не нравилось ей, потому что поминала Гоголевского Осипа и Каламбур, Осипа Хрипа, Архип Осип. Теперь же она воскликнула. Осип! Этого не может быть! Пошли! Поскорее! Да что же это такое? Подумала она, холодея от ужаса. Ведь это же опасно. Без всякой надобности она взяла мечу и тут соображает, что нужно делать. Пошла себе в спальню, нечаянно глянула на себя в зеркало. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с неровным направлением полос на юбке, она показала себе страшную и гадкую. Ей вдруг стало довольно жаль Дымова, его молодой жизни, его безграничной любви к ней. И даже этой его осиротелой постели. И вспомнилась ей его кроткая, покорная, обыкновенная улыбка. Она горько заплакала. И написала Коростылёву умоляющее письмо. Было 2 часа ночи. Когда в 8 часов утра Ольга Ивановна с тяжелой бессонницей головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла в гостиную, и у нее прошел какой-то господин с черной бородой, по-видимому, доктор, пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростылёв и правой рукой укрутил свой левый ус. К нему, извините, я вас не пущу. Заразиться можно. Да и ни к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду. У него настоящий дифтерит. Тех, кто нарожен, лезет по-настоящему под суд отдавать нужно. Пробормотал Коростылёв, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. Знаете, от чего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо. Так, здорово. Опасно? Очень? Да. Говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать в сущности. Приходи, маленький рыженький с большим носом и сутулый. Потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодиатра. Потом очень плотный, с красным лицом в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростылёв же, дежурив в свое время, не уходил домой, а оставался. И как тень бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурным докторам чай, часто бегала в аптеку. И некому было убрать комнату, было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала, что это Бог наказывает ее за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, кроткое, непонятное существо, обезличенное своей кротостью. Бесхарактерное, слабое от излишней доброты. Тихо страдала где-то там у себя на диване и не жаловалась. А если бы она пожаловалась хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват здесь не один, только дифтерит. Спросили бы они у Коростылёва. Он-то знает все. И не даром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она и есть самое главное, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни поэтической жизни в любви, ни своих объяснений в любви. Я вспомнила только, что она вся из прихоти, из баловства, вся с руками и ногами вымазалась во что-то грязное, липкое, чего уже никогда не отмоешься. Ах, как я страшно солгала! Думала она о своей беспокойной любви, которая у нее была с Рябовским. Будь она все проклята! 4 часа. Она обедала вместе с Коростылёвым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился.
она тоже ничего не ела, то она мысленно молилась и давала обет Богу, что если дымом выздоровеет, она полюбит его опять и будет верной женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростылева. И думала о том, неужели не скучно быть таким незамечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами. Да ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу не была еще в кабинете у мужа. А в общем, было тупое унылое чувство и уверенность в том, что жизнь уже испорчена, и что ничем ее не исправишь. Когда в 8 часов утра Ольга Ивановна вышла в гостиную... Коростылев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. То, что чужой человек спит в гостиной и громко храпит, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка непричесанная и неряшливо одет, все это теперь не выражало ни малейшего интереса. Один из докторов вдруг нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех. Даже жутко сделалось. Когда Ольга Ивановна в другой раз вышел в гостиную... Коростылев уже не спал, а сидел и курил. У него дифтерит носовой полости. Уже и сердце неважно работает. В сущности... плохие дела. Вы пошлите за Шмеком? Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Да что Шрек? В сущности ничего Шрек. Он Шрек, я Коростылев. И больше ничего. Время тянулось ужасно долго. Ольга